Добро пожаловать в боевое обучение. Здесь вы научитесь управлять танком и уничтожать технику противника. Наведите камеру на автомобиль рядом с вашим танком. Двигайте мышь влево или вправо. Башня танка поворачивается вслед за камерой. Вернитесь на начальную позицию. Наведите камеру на медицинский фургон рядом с вашим танком. Двигайтесь в указанную точку. Двигайтесь вдоль дороги, стараясь не повредить строение и технику. Поздравляем! Вы научились управлять танком. Займите огневую позицию. Она обозначена на мини-карте, расположенной в правом нижнем углу экрана. Будьте внимательны, пересекая болото. При движении по труднопроходимому грунту скорость и маневренность танка снижается. Наведите орудие на вражеский танк с помощью мыши. Когда противник окажется в прицеле, контур его танка станет красным. Уничтожьте вражеский танк. Дождитесь, пока круг сведения станет минимальным, чтобы уменьшить разброс орудия. Подождите, пока орудие перезарядится, чтобы выстрелить снова. Поздравляем! Вы уничтожили первого противника. Займите огневую позицию. Она обозначена на мини-карте, расположенной в правом нижнем углу экрана. Уничтожьте вражеский танк. Перед выстрелом дождитесь, пока разброс орудия станет минимальным. Броня не пробита. Займите более подходящую огневую позицию. Атака в лоб не всегда эффективна, так как это самая бронированная часть танка. Уничтожьте вражеский танк. Чтобы поразить цель, стреляйте в борт и корму. Это самые уязвимые места любого противника. Включите автоприцел. В реальном бою вам придется постоянно двигаться, иначе вы станете легкой мишенью. Автоприцел поможет вам проще целиться на ходу. Поздравляем! Вы уничтожили тяжело бронированного противника. Займите позицию для обнаружения противника. Чтобы уничтожить последний вражеский танк, сначала необходимо его найти. Противник может быть обнаружен, если находится в радиусе вашего обзора. Спрячьтесь за кустами для маскировки. Чтобы противнику было сложнее вас обнаружить, укрывайтесь за кустами и кронами деревьев. Кроме того, танк менее заметен, когда стоит неподвижно. Для стрельбы по удаленным целям лучше переключиться в снайперский режим. Уничтожьте вражеский танк. По движущимся удаленным целям стреляйте с упреждением, то есть в переднюю часть танка или перед ним по пути его движения. Место пробития. Уничтожен. Поздравляем! Вы научились использовать укрытие и стрелять по удаленным целям. Обучение успешно завершено.